Всем привет, с вами F316, и сегодня мы в Мёдлинге. Это такое место в Австрии, оно недалеко от Вены. Мы в большом-большом парке. Мы с моим другом решили построить шалаш. И вот, мы нашли несколько дощечек, буквально 3 и 4, или 100. И начали строить. Сначала у нас был каркас, мы его еле построили, но потом все пошло очень легко. Мы сделали вот такую вот красивую тропинку из камней и бревен. Внутри все так же хорошо. А места, которые были не очень, мы накрыли хворостом. И получился лучший домик.